Итак, дорогие друзья, мы сейчас будем проходить вторую концовку за Панам. Вот, прощание не в моем стиле, это мы нажимаем. Сейчас мы за кочевников возьмем и пройдем все. Сейчас Джонни промотаем просто. Или позови. В принципе, грудронные крысы, понятно. Да, я попрошу помощи у Панам. Помощь. Да, я пойду с кочевниками. Вот. Я возьму с собой Панам. Джонни, иди-ка. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Тебе бы только говорить. Когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь? О сожалении. Может быть, это мой последний налет. Последний налет. Я хочу видеть, что происходит. Все чувствовать. Все чувствовать. Давай, Джонни. Пока. Бро. До встречи в Микоше. До встречи в Микоше. И Джонни взял исчез. Джонни? Джонни. Все. Ну все. Я одна. Я одна. Встаньте позвонить Панам. Ви! Привет, Панам. Ты знаешь, сколько сейчас времени? Знаю. Мне нужна помощь. Услуга за услугу. Это так срочно, что нельзя подождать до утра. Мне нужно в Арасака Тауэр. Сейчас. Куда, прости? Я серьезно. Помнишь, я говорила про Джонни? Если сейчас ничего не сделать, я умру. Так, так, слей топливо. При чем тут Арасака Тауэр? Это их технология. Под башней должна быть точка доступа к цифровой... Как бы это сказать? Тюрьме душ. Тюрьме душ? Да. По телефону это звучит тупо, я знаю. Тюрьма называется Микоши. Только там я могу отделиться от Джонни. Других вариантов нет. Еще раз, на всякий случай. Ты звонишь мне посреди ночи, чтобы я помогла тебе попасть в Арасака Тауэр? Иначе ты умрешь. Ну да, что-то вроде того. Все верно, да. Окей. В смысле, окей. Где ты? Где ты? В клинике Вика. У Рипера? Ага, я знаю, где это. Ты только не умри, пока я еду. Ну, я попробую. Круто. Не уходи никуда, ясно? Я скоро. Замечательно, мы поговорили с Панам. Все, все у нас прекрасно. Пойдемте спустимся к Мистик нашей. Что она там нам расскажет? Ну, какой-то странный лифт. Точнее, странные эти тени на лифте. Мистик. Ви, это ты? Это я, да. Или... Это я. Это я. Или это Джонни. И что теперь? Что теперь? Пока что жду машину. Жду машину. Заходи. Подождем вместе. О, боже мой. Я этого не хотел. Честно. Я не хотел этого. Карта. Мусор. Давайте карту возьмем. Новая зона. А я же тут был уже. Эзотерика Мисти. Уже раз 100. Почему эта новая зона внезапно стала? Ну давай, Мисти, что ты рассказывай. Раз ты все равно ждешь. Не, давай лучше. Давай, не. Хорошо. Может, так даже лучше. Тогда я просто поставлю музыку. Давай, поставь музыку. Гадать мне не надо. Вот тут, наверное, сердце Кощея Бессмертного лежит. Надо его просто достать, съесть, и все, я стану бессмертным. Бип-бип. О, кто-то приехал, по-моему. Моя девчонка. Бушидо 6. Кажется, это за табу. Да? Прекрасно. Эту тачку ни с чем не перепутаешь. А где я тут увидеть? Ты меня напугала до усрачки. А. А чё там, привет, моя. Разве тебя что-то может напугать? Девушка. Третья, вторая. Эй. Эй. Мы тебе поможем, слышишь? Поехали скорее. Нас ждут в лагере. А поехали. Удачи тебе там, Ви. Спасибо. Ой, что-то я вышел и сразу, видимо, упал в обморок. Потому что сразу же закончилось все. А, нет, я все-таки еще. С возвращением в мир живых. Ты как, ничего? Здорово, Мич. Да вроде ништяк. Вроде да. Это радует. Напугала ты нас. Отрубилась по пути, растолкать не могли. Похоже, тебе и правда становится хуже. Ну ничего себе, ты прям гений. Мне за тобой приглядывать. А где она? К Солу пошла.
Сидят там, припираются, думают, как тебя спасать. Тебе нужна помощь, это уж ясно, как белый день. Пойдем, отведу. Спасибо, Мич. Говорит, мне походу становится хуже, но я потому что это в обморок упал. Говорят, скоро начнется война. Чуть не откочурился. Боюсь, у меня нет выбора, Мич. Становится. Да. Ну, точно. Похоже, что и у нас его нет. Люди уже знают, что завтра выдвигаемся. Ага. А они знают, какая у нас цель? Дайте я пробегу. О, загорелся. Нормальный план. Не мути воду. Да, давай, не мути воду. Сол. Мы посылаем семью на смерть. А то, блядь, я не в курсе. Че за хрень? Ну, ты, как всегда, уверен, что все можно... Ви! Наконец. Да, я не буду Мича слушать. Пусть он в жопу. Как здоровье? В норме. Да, давайте. Что-то вдруг сморило. Расскажите мне про план. Я так понимаю, вы этот план сочиняете? Осталось подогнать некоторые детали, но в целом мы уже прикинули, что и как. Вот, сама смотри. Мы рассмотрели несколько вариантов. Итак. Но по факту есть только один шанс проникнуть в Росака Тауэр. Какой? Мы пророем туннель. Чего? Что? Это прям как вы там в GTA, если вы играли, помните, они там в одном ограблении дырку делали в банке. Мы что, банк будем? Прорыть туннель под Росака Тауэр? Да, звучит бредово. Но это глупо точно. Упускать такую возможность. Корпорация Найт строит маглевный туннель для новой линии. Сечешь? Он, правда, под охраной Мелитеха, но с этим мы справимся. Если попадем в туннель, до фундамента Росака Тауэр останется около 800 метров. Угу. В туннеле работает ТПК корпорации Найт. Чтобы туда пробиться на такое расстояние, ему потребуется несколько минут. Скажи, ведь неплохо. Отлично. Главное попасть внутрь. Дальше будем импровизировать. Охрана, систему безопасности, кратчайший путь в Микоши. Эти вопросы придется решать на месте. Ну, что скажешь? Теоретически, это реально. Других идей все равно нет. Так что давайте готовиться. Нужно собрать больше информации. Мне, только походу, так глюки. Можно понять, в каких местах план сделан. Да, много где дыря. Совсем плохо. Это я тебе уже сейчас могу сказать. Только какие варианты? Отменить операцию? Позволить им умереть? Ну ты права, пана. Делать нечего, придется рискнуть. Это наш долг перед тобой. Да, именно. Поговорю так с нашими. Запустим дрон над этой площадкой. А я загляну к Мичу. Есть у меня идея, как уравнять наши шансы с Мелитехом. Угу. Зайди к нам попозже, пока оставлю тебя в когтях Сола. Только спасибо. Не решайте ничего без меня. Спасибо, пана. Тебе что-то еще нужно? Мне ничего не нужно. Не, а, мне связаться нужен доступ с Альфой не нужно. Нам надо связаться кое с кем, кто поможет пройти в Микоши. И кто же это? Она из Скин. Альт Каннингем. Она не... Это из Скин из-за черного заслона. Ты вообще в своем уме? С чего вдруг из Скин станет помогать нам пройти в Микоши? С того, что я ее вежливо попрошу. Да блин, Ли. Ну че там, Соло, не мнись, как девчонка. Не будь тряпкой, будь мужиком. Короче, ладно. О. Мы и так сидим в говне по уши. Вот тем более. Можем занырнуть и поглубже. Молодец. Найди Дакоту. Она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего. Спасибо. Спасибо, Сол. Спасибо, Сол. Скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми. Привет, Дакота. Привет, Дакота. Давно мы не виделись. Ага, давненько. Чего тебе нужно? Мне нужен доступ. Нужно мощное в сеть. Оборудование для вылазки в сеть. Ну, залезай. Да лихо, в общем. Ванна со льдом. Обожаю. Почему ванна со льдом-то? Хотя это как в Матрице, да, наверное. Что-то там, помните, он сидел в ванне. Привет, Крыл. Помогаешь Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Это не оттуда, готова? Знаете. Я всегда готова. Что бы ни случилось, не пугай. Не знаю, сколько это займет. Что бы ни происходило, не пугайся, ладно? Угу. А если ты будешь на грани обнуления? Да насрать, я и так уж поутру. Ну все, поехали. Чё, наверное, иди по векторам, сестра. Кровище там разбрызгано. Иди по векторам, сестра. Пойдем, где у Аль спросим, как у нас дела вообще. Что она сможет нам сделать, чем помочь. Привет, Альт. Привет, Альт. Ты пришла одна. Тут всегда все меняется. Здесь каждый раз все меняется. Я будто погружаюсь глубже. Даже не знаю, хорошо это или плохо. На самом деле меняется твое восприятие киберпространства. О, боже. Ты адаптируешься к чистому потоку данных, а прежний мир начинает угасать в сознании. Защитные механизмы мозга перестают действовать.
То есть, чем чаще я бываю здесь, тем больше теряю контакт с действительностью? Ты ничего не теряешь. Ты пробуждаешься. В киберпространстве мы выходим из снов. Джонни пока недоступен. Джонни пока недоступен. А тут можно погулять. Пока, значит. Да. Ты задвинула его подальше, как досадную помеху. Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье. Куда я пошел? Выбора нет. Мне нужно было встретиться с тобой. По-другому это невозможно. Только так. Через подавление. Ты это можешь? Быстро учишься. Так, давай-ка проясним. Ты помогаешь не из-за Джонни, да? Давай-ка кое-что проясним. Ты взялась помогать мне из-за Джонни? И как только его со мной не оказалось, решила сдать назад? Именно так. Я не сдаю назад. В Микоши у меня есть свой интерес. Да? Ну ладно. А то мне показалось, у тебя ко мне какие-то претензии. Наблюдать за вашим взаимодействием было любопытно. Времени осталось. У меня мало времени. Я запутался. Альт, мне нужна твоя помощь. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Ну-ка. Но это спорно. Ты разве не обманула смерть? А ты как считаешь? Ну, твой код, сознание. Искины не подвластны реальности. Они живут вечно. Но мы не бессмертны. Лишь у Микоши ты начнешь это понимать. Чего мне там, там ждать? Там, в Микоши. Чего мне ждать? Там ты перейдешь границу. И, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому бремени никто не бывает готов. Что станет с Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Тогда что мы знаем наверняка? Что Микоши перестанет существовать. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Вряд ли Джонни, был бы в восторге. Но Джонни здесь нет, потому что ты хочешь принять решение без него. То есть, по сути, сделать то же самое. Ну нет. Сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами и спрашивать их мнение. В этом не было бы смысла. Хватит трепаться. Ладно, давай к делу. Я переслала на щепку твоего нетранера программу. Тебе нужно будет запустить ее в Микоши. Она откроет тебе безопасное соединение. Мне надо найти какую-то конкретную точку доступа. Там будет непрошибаемый лед вокруг каждой, это я тебе гарантирую. Чтобы войти, мне хватит и небольшого просвета. Используй щепку в Микоши, о безопасности я позабочусь. До встречи. До встречи. Нифига там по... Кэрол, щепка! Успокойся. Едва ты подключилась, у тебя температура скакнула почти до 40. Температура начала беситься, как от вируса. Пожары устроил. Злого вируса. Очень злого вируса. Что тут произошло? Как что? Ты мне аппаратуру поплавила. У тебя резко возросла активность нейронов. Еще пару секунд и выжгла бы лобную долю. Ничего себе. Это все равно, что пулю тебе в башку вогнать. Мне уже одну всадила. Ты точно в порядке? Мать его, Декстер или как? Да зашибись. Зашибись. Ну, это хорошо. А что насчет щепки? Я там на щепку одну программу записала. Одну программу? Не гони, нас окружает лед. Если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же... Охренеть. Убери это от меня. Убери это от меня, да. Давай сюда, Джонни. Спасибо, Дакота. Спасибо, Дакота. Не за что. Загляни за что. К Солу. Он приходил и искал тебя. Давайте к Иду. Солу. А, нет, это не Сол. Где тут Сол? А, вот Сол на тачке. Сол, ты хотел поговорить? Залезай. О, ништяк. Красавчики, ну вы такие. Глаза лопнули. Лопнули, да. Вы такие молодцы. Мужик, ты тетеньку держишь наоборот. Она держит вообще воздух. Это нарочно? Хотя это может это какая-то это, знаете. Что, мы куда-то едем? Как ладно, это? Burning Man, знаете, инсталляция, инсталляция. Мы все, кто тут собрался, у тебя в долгу. И это долг чести. Говори про себя, Сол. Но все-таки, несмотря ни на что,
Ты человек пришлый. Дяденька, причем и знает тетеньку, считай, из другого за спину. Мира. Проси по нам, она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол, исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью Аль-де-Кальта. А для своих семья всегда сделает все. Ну ничего себе, готово? Я сейчас расплачусь. Готово. Ну чуть сердце, не будем. Я говорить. Готова. Слишком теперь сопливо. Ты одна из нас, Ви. Ты Аль-де-Кальта. Аль-де-Кальта. Круто, почему что я голову? С нами, Ви. И не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоши. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. Давай мне маечку. Приветствуем новую сестру клана Аль-де-Кальта. Это большая честь. Добро пожаловать в самую проблематичную семью на спасибо. Планете. Самая спасибо. Проблематичная. Я правда очень ценю все это. Черт. Прямо расстроилась. Ну дайте кто-нибудь платочек. Ну надо человеку глазки утереть. На самом деле это просто формальность. По факту мы уже давно приняли тебя в семью. Спасибо, Сол. Ты спасла мне задницу. Я рад, что у меня есть такая семья. Мичу тоже, не говоря о Панаме. Да иди ты. Да, вы тоже рад. Но вообще, Сол прав. Будем честны. У тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбила еще на миллион помельче. Но иногда это единственный способ сложить все заново. Ладно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Доделываем, что надо, и отдыхаем. Рейд рейдом, но это твой вечер. Давай так поднимем что, за тебя наслаждайся славой. Ты могла бы хоть предупредить. И испортить все веселье? Ты в своем уме? Все в порядке? Да. Не волнуйся, все путем. А куртка тебе как? Не жмет? Как влетая. Села, как влетая. Вот просто надела и пошла. А ведь так и есть. Ты заслужила эту куртку. И доверие Аль-де-Кальта. Спасибо, Панам. Захочешь поговорить? Я буду там, наверху. Мужик, ты чё, сидишь? А, мужик. Вообще какие-то кочевники. Дорога. Самая худшая семья, смотрите. Мужик тетеньку за спину держал, обнимал. Этот сидит. В воздухе у него эти. Как их там? И не пугай девчонку раньше времени. И вон тетенька тоже сидит. Прям в скамейке. Мы вот раньше посмеивались. Вы взгляните на это. Вы просто взгляните на это. На чуваке. На чуваке одеты прочные спортивные штаны, но в то же время на нем ничего не одето. Удивительно, как же так получиться-то могу? Ну что ты там вот куда ты сбегаешь, когда хочешь подумать? Я не сбегаю. О чем думаешь? Ни о чем, то есть сама не знаю. Прошлой ночью я не смогла заснуть. И сегодня вряд ли удастся. Что тебя гложет? Дай-ка подумать. Дай-ка подумать. Завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть. Вдобавок к этому Сол вдруг начал во всем со мной соглашаться. Я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться. Люди в нас сомневаются, я ведь вижу. Но все равно все уверены, что в случае чего Панам их вытащит. Конечно, ведь кто же еще? Ты чувствуешь ответственность за них. Это вполне естественно. Меня пугает вовсе не ответственность. Я просто трезво смотрю на ситуацию. Че там? Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня. Но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет. И я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти. Если завтра что-то пойдет не так, мы все. Завтра никто не умрет. Никто, Панам, никто не умрет. Завтра не умрет. Никто просто. Откуда тебе знать? Люди клана сильнее, чем ты думаешь. Мы там с бестией всех убили. Пулям все равно, вдвоем. Кто сильный, кто слабый. А тут толпа народу. Но если они тупо как мухи мереть будут, тогда да, как тараканы. Ви? Да. Ви, да. Ты не боишься смерти? Нет. Очень постоянно. Нет, не боюсь. Очень, очень постоянно. Постоянно. Ты неплохо это скрываешь. Пора. Может, пойдем обратно? Нет. Давай еще посидим немножко. Мне тут как-то стало легче. Я и не ожидала. Ну все. Начало. Начало судного дня.
Сейчас мы пойдем махаться с этими чуваками, билетеховцами, со всеми. Ладно, пошли остальными уже, а то жопу отморозим. Сол вернулся. Уже этот день. Ё-моё. Может, у него есть новости? Какие-то новости? Давайте узнаем. Следовать за Панам. Че, она бежать будет? О, она бежит. Давайте тогда побежим от нее. Она будет за нами бежать. А я сейчас прям вот так вот сигану. Опа, неожиданно, да? Оп. Че, пацаны, стоите, ждете? Зомби. Пацаны, вроде зомби. Все готовы. Напряжение? Напряжение. Здорово, Сол. Ну че там, Сол, давай рожай, а? По нам должен. Мы только что вернулись из разведки. Ага. Тебе надо это видеть. Да. Давай. Спасибо. Мне надо это видеть. А что там видеть? Виртка? План простой. У нас две цели. Первая — проникнуть в Росака Тауэр и помочь Ви добраться до Микоши. Вторая — по ходу дела вынести оттуда как можно больше техники. Это решит наши финансовые проблемы. В Микоши мы можем проникнуть только если мне сделаем подкоп, да, чувак, в подвалы Росака Тауэр. Для этого надо пробиться на стройку магливного туннеля и угнать ДПК корпорации Найт. Важная информация. При помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест. Ну вот и все. Ви, ты готова? Да, конечно. Ты что спрашиваешь, конечно, брат Эван? Давай, поехали. Батька, поехали, батька. Все знают? Все знают. Сейчас поедем, всех вздрючим. Ну, тогда заводим моторы. Сол, красавчик, да? Говорит, ну мы тебя спасем, а еще мы подворуем что-нибудь у Арасаки. Тачка висит в воздухе. Что-то с кочевниками совсем труба. Тут-то машина тоже висит в воздухе. Ну и короче, это... Часть ее стоит вообще в этой, в земле. Но тут как-то более, знаете, звучит красиво все. Интересно, что будет у этой. Самое, наверное, интересное будет у нашей этой чувихи из Арасаки. Как ее зовут-то, я не помню. О, ну, тачки безумные. Путь, дорогу. Колонна Альдо Кальдо. Вот это я понимаю зрелище. Ага. И лишь пустыня может быть прекраснее звездного неба над головой. Че? Ты поезжай со мной. Да легко. Чувак. Ой, опять это. Ты как... меня хорошо слышишь? Я установил общий канал связи. Ладно, молчу. Как он там называется? Ты дрон запустил? Буря в пустыне. Вы заметили, да, что когда что-то вы с кочевниками, сразу же какая-то фигня. Покиньте территорию. Повторяю, развернитесь и покиньте территорию. Точнее, нет, какая-то пыль начинается. О, меня кидает эта ракета. У меня все плохо! А как стрелять, я вас могу? Я вообще, если честно, не врублюсь, куда я еду. Как-то пустыня, видали, какими-то странными эти моменты. Высота, скорость, форсаж. Как включить форсаж? Вообще ничего не помню. Бобби, твой черед. Глушилка там наготове? Наготове. Давайте просто снесем ее. Она, ты проверила? Все системы работают. Проверяю. Инжектор в порядке. Пушка тоже рабочая. Да, мы готовы. Ну, тогда погнали. Чего? Ладно. Питание накрылось. Все системы отключены от сети. Можно это починить? Так что прямо сейчас. Черт! У нас проблема, вся электроника вырубилась. А что, может, вылезем? Избавься как-нибудь от дронов, пока я тут разбираюсь. Выйти. Я собью дроны, ты займись панцером. Запросто. О, нифига, какая классная. Черт, да что ж за подстава-то? У нас возгорание в кабине. Потушить реально? Если нет, вылезай, быстро! Господи, народ, вы где? Я тут торчу у передатчика. Куда вы делись? Да в жопе мы, чувак. Полный жоп. Панам, какие новости? Долго еще? Минутку. Огонь локализован. Переключаюсь на аварийное питание. Часть систем перейдет в ручной режим, но ничего. Это же зомби какие-то эти роботы. Но они просто они летают знают, по кругу. Что мы пришли в гости. Дроны летят прямо на нас. Нам они даже не стреляют. Ты продержишься, а у меня есть варианты. Работай. Какой-то тир. Обо мне не беспокойтесь. Какой-то тир, какой-то
Безумный тип. Сработали. Можем ехать. А чё? Всё, Поппи, панцирь снова на ходу. Держись, мы едем наконец-то. А то было уж совсем грустно. Последний остался, сучонок. Меня выцеливает. Ну, сейчас я... Поппи! Господи боже, Поппи! Поппи, прием! Нам надо... Прости, Митч. Мы не можем останавливаться. Не сейчас. Чё? Ви, наш панцирь. Он долго не протянет. Я чувствую питание. Скоро вырубится. Я все сделаю, чтобы не сдохнуть на дороге. Что угодно сделаю. Потом будем импровизировать. У нас получится, Фанат. Не сдавайся. Да, это просто изи катка. Больше никаких ошибок, слышите? Мы и так уже успели отвести по самой неволосе. Почему я не могу выйти и взять эти золотые штуки? Легендар. Где вообще кто? Где враги-то, ё-моё? Я не пойму сейчас. Там фиолетовые вообще. Как протаранить-то их? Что-то я не могу. Вот это что ли я переехал просто? Обезвредить врагов. Это такая легкая задание. Такое легкое задание. Я не могу в дядьку попасть. Смотрите вон. Он за щитом стоит и просто не умирает. А, за тачкой еще. Всё. Мы внутри! Все, можно выйти из тачки. Я же говорила, что системы подыхают! Тяга, баллистика, ракеты! Как домино все сыплется! Что-нибудь чё? Можешь сделать? Попробую, только я не уверена. Или починю, или это ведро реально на свалку пойдет. Выйти из Василиска. Помоги нашим. Окей, давай, мы давай, давай. Прикроем, только давай скорее. Я уже готов. Как мне кажется, вон дядька что-то делает. Так что, наш дядька, не наш дядька. А есть хоть один шанс, что он... Наши бьют! Наши бьют. Поехали дальше. Мы уже близко. Ни одного. Кто ни одного, я не знаю. Кого-то убили из наших. Печально, печально. Что я сказать? Очень жаль. Очень жаль Митча или кого-то убили. Обезвредить врагов. А как мне залезть? Цель обнаружена! Сейчас я тебе дам, дядька. Опа-на, надо пыхнуть. Нифига он меня изрешетил. Я застрял. Я застрял. Сейчас я залезу к нему. Дайте-ка я зайду к нему. Огонь, огонь, мать твою, дядька, дядька. Огонь, огонь, огонь. Нифига он какой-нибудь чуткий пацан. Далее, он даже не умирал. Автоматик у него 25, правда, снимает. Где-то тут еще тело, что ли? Огонь, огонь, мать твою. А все в порядке. Лучше некуда. Просто чики-пики. Ну что, наш черед? Да, Вик, давай. Смотри за ними. А хорошо. Что там за дичь есть, интересно. А как туса высок возьму? Диспетчерская, откуда можно удаленно управлять ТПК. О боже. О, какой-то красивый, удлиненный этот костюм для этого. Для крутого пацана. Удлиненный костюм крутого пацана. Почему, когда я... Тут летал, тут синенькая была, а теперь тут такая зелененькая. Вижу терминал, подключаемся. Давай, вот какие этот там мужчина. Протоколы защиты? Это не космическая станция, это просто очень большое сверло. Расслабься, Кэрол пройдет как нож сквозь масло. Так, ну что, запускаем вот этот бур и нацеливаем его прямо на Арасака Тауэр. Ему нужно будет время. Ви, тебе придется нас прикрывать. Да запросто. У нас гости! И много их. Ви, помоги нам, пожалуйста! Ёбаный налетел, прижимает! Чёрт! Где? Похоже, там направление задано автоматически. И как ты уговоришь его повернуть? Это чё, Милитех? Милитех, здорово! Здорово, Милитех! И запусти аварийный режим. Есть! Работает! Ну тогда поехали! Наступают справа! Наступаем! А где? Вот это тело что? Чёрт! А побыстрее нельзя! Не получится. Опять у меня звук испортился в этой дерьмовой игре. Чё? Я ее просто ненавижу. Кэрол, Митч, долго там? 27%! 27%, дяденька, лови гранату. Солдат убит! Что делать, когда солдат убит? О, надо пыхнуть.
А обычная корпоративная охрана. Через дрон за ними наблюдаю. Там целый батальон. Замечательно, замечательно. Батальон, это хорошо. Делаю, что могу. Мич, слышишь? Ну давай, давай. Навигация блокирует другие системы. Отрезать его. Да, отрезать. Надо отрезать. Будет работать и без него. Короче, тут была проблема, дорогие друзья, я вам расскажу. Вкратце. У меня были проблемы со звуком. Я уже ничего только не сделал, честно. Сколько я уже не пытался всяких вещей сделать, и это говно снова начало тупить. Я уже просто не знаю, как. Точнее, я уже не знаю, как это исправить. Хотя вот вначале она вот только что нормально работала. Теперь она опять начала тупить. Очень странная игра. Я застрял в какой-то жопе. А, не застрял. Нет, в какой-то жопе застрял. А как вылезти теперь отсюда? Я тут не могу пройти. Дяденька ходит. Просто. Дядька, ты что такой дерзкий? А потому что я не знаю, если честно, что я могу сделать говном. Уже меня огонь говорит. Я уже просто уже затрахался пытаться исправить эту вещь. Настолько надоело, что уже можно, в принципе, болт положить просто это. Как получится, так получится. Раз они не смогли сделать нормальный звук, значит, я тоже уже не смогу. А может, кто-то мне поможет, вы дядка. Какой от вас толк от кочевников дурацких, если вы даже не можете. А, слушай, тут расколбас-то неплохой получился, да? Дайте хоть кого-нибудь битесь, что ли, забьет. Найдет вообще. Кто мне ее дал? Я мне дала ее по нам, кстати. А я что, тебя убил, что ли, двух ударов? Вот это я забиваю просто золотой битой этого дядьку. Надо пухнуть. Да ёпа, смотри, мать его зону. Слушай, ну это парень. Это... Ё-моё, это штуки эти. На, на тебе, опа, и это, опа. Жри, давай. Но, но, 240. Вроде это все. Да. Ну чё там? Надерём ему задницу. Садись, Ви, быстро. Ты чё, умрёшь, дядька, или чё? Мне какие-то с ней эти штуки надо взять. О, вот это штука 4 написано. Ништяк. В общем, мы кочевники, как всегда, оказались лохами. Последними флажками. А зачем? Выиграем для вас время, сколько получится. А куда? Мы присмотрим за Митчем и Кэрол. Перехватить штурмовой отряд Мелитех. В общем, со звуком тут какая-то прям вот беда-беда. Его надо перехватить мелитеховские железки, иначе они двинутся прямо на наши. Никак не исправить это. Не знаю, как они не могли сделать это сами. Изначально, в самом начале игры, точнее при создании. Ёбаные, блять, корпораты! У них подкрепление! Да что мы ты говоришь? Справимся. Я не знаю, если честно, в кого я стреляю. Ви, мелитех пригнал еще железо! Ёбаную тонну! Так а чё, они не падают? Я вообще, если честно, не пойму, кто меня стреляет. А, вот это говно какое-то. Есть! Прямое попадание. Слушайте, мы добрались до льда. Кэрол его раскалывает. Медленно, но продвигается. Как там у вас? Все отлично. Хорошо защищен и крепко посажен в грунт. Мы пока соображаем, где разместить. Твою мать! Мы их уделали! От них только угольки остались. Сол, Мич, мы возвращаемся к вам. Хорошо справились, только у нас тут небольшая проблема. Опять. Что такое? Нас выброси. Будь уверен, после таких подвигов панцербои вас примут не глядя. Надо разделиться. Сол прав. Кэрол, вы с Кэссиди остаетесь тут на посту. Ясно. Чем? Мич, пойдешь с нами. Слушаюсь, мэм. Не будем терять время, пошли. Я не знаю, я разбомбил эту панцирь. Окей. Автопилот. Все нормально? Все. Все отлично.
Нам нужен план получше. Плохая была идея. Это же не твоя идея. А чья же? Моя. Моя это была идея. Мне и отвечать. А если бы ты знала раньше, что будет? Поступила бы так же. Для любого человека из клана. А что мы выходим и не выходим? Твой друг поможет нам с Микоши. Кто-то снаружи. Кто-то снаружи. Альт. А кто это? Искин. Это Искин. Дикий. Дикий. Тебе помогает Искин? Офигеть. Больше я ничему не удивляюсь. Да, только она сможет взломать систему Арасаки. И без нее нам никак не зайти в Микоши? Ну, без нее нам точно оттуда не выйти. А ты ей доверяешь? Этой, Альт. Да, нет, нет. Да нет. Тем более выбирать-то не приходится. Просто я очень надеюсь, что она не выкинет какой-нибудь номер. Тебя это напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на нее, значит, я готова положиться на твой выбор. Все получится. Должно получиться. Мы ведь уже так далеко зашли. Куда мы едем вообще? Или вообще мы едем куда-то или нет? Что там вообще происходит? Опять этот говняный пердящий звук появился, стрекочущий. Я, главное, от того избавился, а теперь этот появился. Блин, блин, ну вот. Всю игру я прошел, дорогие друзья. И ни хрена не было. Вот в конце началась какая-то дичь. Это так нет, и бесит. Отсюда уже рукой подать. Вы не представляете. Все. Ну еще главное, появляется мерзопакостный, как попало. То в одном месте его нету, то он в другом месте. Тебе есть. Пора бы к этому привыкнуть, Сол. В жизни мало что идет по плану. А что там? Мы понятия не имеем, что ждет внутри. Ты нам... Обитель зла. Обитель зла прям. А как этот, знаете? Resident Evil. Ребята, что такое? А что тут за базар? Милитех отрезал наших настройки. Кэрол и остальных. Они долго не продержатся. Господи боже. Я беру панцирь и возвращаюсь туда к ним. С ума сошел? Речи быть не может. Один ты панцирь вести не сможешь, только мозги свои тупые сожжешь. А что, есть другие идеи? Это же наши, по нам. Я их не брошу. Сол, и ты на это согласишься? Ви, объясните вы этому кретину. Мы должны Митч там прав. Помочь. Втроем у нас еще есть шансы. А у них без Митча никаких. Ты точно уверен? Сол! Это верное самоубийство! Вы о себе беспокойтесь. Они тебя убьют! Скоро увидимся. Чё? Кэрол, я иду к вам. Держитесь! Сол, вернемся, он же... с вас пиво! Скажи ему! Нельзя отступать, иначе жертвы напрасны. Вы двое поднимитесь и гляньте, в чем там дело. Как поедете, я за вами прикрою стула. Понятно. Идем. Меч? Забраться на ТПК. Здесь я! Видишь? Живой! Береги себя, пожалуйста. Да что мне сделается? Вы сами там доберитесь живыми. До этого Микоши. А что тут? Перезапустить. Ну, понеслась. Отбой. Только бы больше ничего не накрылось. Хорошо. Включился ручной режим. Ничего себе. Идет бурение. А что, посмотреть можно, как увеличивай бурится? Оборот. Не бойся. Сейчас нахрен развалится. Да-да-да. Вертится. Кажется, оно разваливается. Кажется, оно разваливается. Все, вот это мы пробурили. Панам! Что такое? Где Панам, не молчи! Нет, 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 Панам! Я здесь. Я меня здесь. Немного помяло, но жить буду. Я уж думала, ты и ты. Я уж думала, ты. Сдохла. Ничего, Ви. Все в порядке. Вот это мы пробурили. В туннеле пока чисто. Нет, ты все отмечен. Пока ничего. Куда? Может, проблемы со связью? Пошли. Закончим с этим. Куда я попал вообще? Нет, торопись, это не стоит.
Я, короче, найти техническую шахту. О, роботы. О, а это крутые пацаны. Должны быть. Не, что-то они такие крутые. Но! Роботы, восстание, терминатор. Никакого восстания. Все, я ваше восстание закрываю. Это что у дядьки? Какие-то есть крутые штуки. Так, заблокировать, сильно уклониться. Куда мне надо идти-то? Сюда или нет? Блин, найти... Тут какая-то техническая шахта. Техническую шахту. А, вот это. Вроде лестница идет. Не попадайся им на глаза. Да, конечно, конечно, обязательно. Ой, опять легкие вылетают. Меня сейчас вырвет. Не надо, подожди, не надо. Только без меня. Надо дверь открыть. А ведь если подумать, мы сейчас прямо в том месте, где взорвалась бомба, уничтожившая башню. То есть, получается, что здесь до сих пор может фонить? О, боже. Кто знает? А, чувак, сейчас это вообще не к месту. Твои пугалки. Можешь их в задницу засунуть. А, вот. Это шахта. Ви! Ви! Ви, что с тобой? У нее опять приступ. Эй, Ви! Мое время на исходе. Блин, сжимало. Я чувствую. Нам надо поторопиться. Кто-нибудь понимает, где мы? А где надо осмотреться, тогда и поймем. Там что-то есть. Только сперва надо убрать охрану.